Всем привет, ребят. Решил все-таки сегодня затестить вам шестую кошмарку полностью, все именно с тритоном, именно с таким тритоном. Герой очень зашел, честно скажу, просто меха. Вот такие вот герои, ничего не менял, такое же, как и на обзоре, все осталось. Я сейчас просто чисто ради интереса, смогу ли я шестую затащить именно таким героем. Знаю, что 6-10 мы там скорее всего, а не затащим просто. Ну, возможно, ледяшку возьмем. Попробуем. Но до 6-10 мы по-любому должны дойти. Потом я уже буду дальше обратно проходить ее гарнизоном. Давайте потестим ради интереса. Это, думаю, всем интересно. Сейчас только я золото побольше набью, чтобы на магию не тратить, было что тратить. И будем развлекаться. Герой, конечно, блин, крутой. То есть у нас получится с дамагеров, ну, по сути, с таких, кто массово будет выносить, это только тритон, все остальные бафера. Так, отлично. Ну, думаю, нам должно хватить. Так как у героя нету кулдауна, это будет просто жесть. Максимальный набор энергии. Поехали. 6-1 я вам уже показывал. Сейчас мы ее затащим. Вот так. Раз, два. И начиная с тыковки всех выкидываем. Усиление. И замораживаем. И смотрим. Тритона, к сожалению, слили. Но видите, что-то пошло где-то не так. Не затащили. Офигеть. Ну, конечно, затащим, думаю, 47. Должны. Ну. 48. Но. Жесть, 49. Хорошее начало. Ну и, конечно, как видите, без гильдейской магии где-то получили мы стан. Ну, тритон не сработал так, как должен. Поехали, второй заходик. Ну, конечно, жестко он сносит. Так. Нам главное найти там на две звезды. Затащить. Попробовать. Что за фигня? IGG увидела, что мы сделали, полностью пофиксила героя. Оперативно. Смотрите, не могу просто пройти. Жесть какая-то. Три раза подряд затащил, и все, и на этом все закончилось. Тут, конечно, тотемы есть, тоже рандом. Поехали еще разок. Но это смешно было. Так, давайте, раз, два. Тыковка, заморозка, усиление. Ну вот, сейчас вот нормально все. Тритон, живи, держись. Ну, как видите, то есть это не проблема. Уже добьем сразу на 3 звезды, чтобы все было на 3. Короче, вот такая вот зрелище, ребят. 6-1 тащится просто тритоном. Не нужен никакой Анубис. Прокачайте тритона на максималку. Ну и баферов, соответственно. Так. Даже говоря честно, не помню. Попробуем отсюда, стартуем сразу. Морозим центр. Так, Валька, смотрите, Валька и Воржей были. И не успели снять. Нифига себе. Ну тут мы сольемся. Не все так просто. Окей, еще разок. Не попали в кулдаун. Получается, очень быстро разгоняются. И это не страшно. 6-2.
Да, будем отсюда стартовать. В принципе, я помню отсюда вроде. Давайте стартанем с Тритона. Да, видите, вот. Вот этот момент. Ну, 48, 49, 51. Тут и без Тритона, в принципе, справились. Как видите, у меня тут нету... смотрителя. То есть я без смотрителя прохожу сейчас. Так, такая вот подземочка. Поехали. Так, раз, два. Конечно, тут ему надо поразряжать, но ладно. Вот посмотрите на урон. Какой урон офигенный у Тритона. Это просто жесть. Там остался череп и все. Просто изи. Офигенный герой. Просто вот так вот. 6-3. Затащили. И при том, что у меня десятки. У меня тут 12-ка только тыковка. Ну, конечно, она там с талантом. Одним из топовых для нее. Но с дамагеров общих у меня только вот кто может ударить, это ворожей. На дальнюю зону. Все, все остальное. И то ворожей тут не особо ударит. Он не атакующего порядка. Все, весь дамаг наносит именно Тритон. 6-4. Поехали. Так, что тут у нас? Я не буду, честно говоря, убирать отсюда тотемы. Мы идем вот так вот. Пофиг на тотемы. Мы стартуем именно так. Ну, Тритон, давай. Вот ударил он, конечно, поздно ударил. Ну, 46%. Практически. Там мы на черепе остановились, как видите, череп нам. И то череп, смотрите, посмотрите, что тень делает. Это просто жесть. Она не дает ему зарядиться. Ладно, делаем еще один заходик. Вот почему я вам всегда говорю, качайте баферов в первую очередь. Если у вас будут хорошие... Ну как хорошие, то есть тут десятки. Думаю, в первую очередь можно там девятки хотя бы качнуть. У вас не будет проблем с подземками никаких. Многие просто из-за того, что у них недокачанные герои, не могут пройти. Давайте отсюда стартанем. Как видите, я тотема вообще не деактивирую. Я просто вот так вот бегаю. Единственное, надо, чтобы Тритон разогнался. И вот опять на тотем попали. И все, нас просто слили. Вот 42%, посмотрите, что делается. Вот 51%. Даже затащим без тыковки, если ворожай, конечно же, сейчас будет давать отхил. У нас есть ледяха на Купидоне, это, в принципе, должно спасти. Плюс хрон. Нормально, должны затащить даже на 3. В общем, вот так вот. Чисто благодаря тому, что у Тритона нету кулдауна, и у нас есть Валька, есть Купидон. Можно, конечно, Афину попробовать, но Афина дамагер она будет выносить, мы тут без проблем пройдем. Вот чисто из-за Купидона и Вальки, получается, герой все время будет, если не будет попадать в стан, для этого мы поставили железную волю, будет просто выносить. Вот это вы сейчас и видите, в принципе. Так, есть. 6-4 прошли. С вас, ребята, лайки. Это просто жесть. Вроде казалось бы, синий гарнизонный герой. А что можно с ним сделать? Так, поехали дальше. 6-5. Так, что тут у нас? Душек. Ну, попробуем снизу забежать. Какие еще варианты у нас есть? Пробуем отсюда забежать. Надо выставить магию, будет правильно еще. Но тут, конечно, более проблемно будет. Хотя нет, посмотри. Просто жесть. Я офигею. Я просто офигею с этого Тритона.
Даже он там не выжил, но посмотрите, что он сделал. Просто их разобрали. И не надо никакие там смотрители. Не нужны нам артефакты. У нас есть просто Тритон 12-12. Шестая. Так, что у нас тут? Тут у нас, по-моему, сбоку. Но тут уже, опять же, очень много целей. Но, в принципе, это нам не страшно. Так, замораживаем. Ну, не знаю, тут будет посложнее набрать, наверное. Хотя, посмотри... Офигеть! Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Чтобы вынести всех уже. Попробуем еще. Сейчас попробуем просто оттянуть магию. Я попозже щит кину. Я сразу заморозку кину. Ускорялку заморозку. Вот так вот сделаю. Ускорялка. Заморозка. Стартую с тыковки. Ай. Тыковку вынесли быстрее. Плохо, конечно. Да, без тыквы, видите, никуда и не туда, и не сюда. Так, плюс... Так, окей. Я просто, честно говоря, в шоке с этого героя. Так, еще разок. Ну, вроде успел. Не, не успел. Блин, обратно же на... Это просто жесть, ребят. Посмотрите на это. Тыкву у нас слили, но пофиг. Да уж. Вот вам имбовый герой. Не Анубис, а все-таки Тритон для подземок. И не надо много доната, не надо там куча. Прокачайте его просто на максималку. Я думаю, на десятке. Ну, на десятке, конечно, у него в два раза меньше урона будет. Вот это тоже решающее. Но если докачать героев, там, в принципе, не нужны имбовые герои для прокачки этой судьбы, где он есть. Там все обычные герои. Но то, что он делает, это просто жесть. 6-7. Движемся. Движемся дальше. Так, тут у нас, по-моему, тотем даже есть. Ну, пофиг. Мы стартуем именно так. Я в шоке. Я просто в шоке. Посмотрите на это все. Пофиг на все тотемы. Пофиг вообще на все. Какой Анубис? О чем вы говорите? Как мы ошибались, да? Сколько лет? Не знаю, сколько там у нас Анубис год. Возможно, нет, но это просто жесть. Даже без потерь. 6-8. Так, ну тут у нас, по-моему, мы разгонялись. Так, ладно, попробуем. Попробуем. Тут автопрокеров, конечно, очень много. Я затащу. Надо было не так немножко, ладно. Тут хотя бы нам пройти на пару этих. Да, видите, тут очень много тотемов. Тут все-таки нужно разряжать. 8% маловато будет. Просто жесть. Это просто жесть. Вот смотрите, за сколько попыток. Я смог пройти. Чисто благодаря этому герою. Так. Ставим обратно ворожея. Ну и давайте наймем немножко юнитов.
Поехали. 6-8. Так, тут у нас, по-моему, Ара и Медуза. Здесь мы их деактивировали. Ну, давайте попробуем так. Нет, тыковка, как видите, не выжила. Ну, ради интереса посмотрим. Нет, дамага много он не наносит, плюс автопрокеры. Не вариант. Так, не вариант тут бегать. Да, тут уже, видите, у нас немножко сложности есть. Хотя не особо. 54%, ребят. Мы ее практически прошли. Жесть. Чуть-чуть у нас осталось. У нас остался ворожай и тень хранителя. Ну, ворожай тут сам, наверное, соло не раздаст это все. Его будут станить. Ну, 62% мы свою цель, в принципе, сделали. Да, он тут не разобьет. Ну, я думаю, есть шанс даже на 3 звезды потом затащить. Поехали дальше. Без смотрителя это все делается. Я, честно говоря, в шоке. Я вспоминаю, когда-то проходил 6-ю, как только она вышла. Это было, конечно, жестко, 6-1 особенно. Сейчас на это все смотришь, просто смешно. А, так. 6-9. Так, ну тут череп. Тут делаем так, 1-2. Начинаю с тыковки. Сливаемся. Немножко поспешил. Если сюда еще взять ледяху, то вы просто налегке это все затащите. Ну, посмотрите. Они просто не будут успевать подбегать к вам. Просто 6. Один залп и половины героев нет. Ну, все. Должны. Не? Ай-яй-яй-яй-яй. 48%. Остался череп и мясо. Не беда. Делаем еще заходик. Вот такие вот, ребята, пироги. А, я не успел вроде всех закинуть. Или успел. Сейчас посмотрим. Ну, ударь. 52%. Есть, отлично. Дошли. Дошли мы дальше. 55. Вот вам 15-20 минут, и я дошел до 6-10. Без всяких там проблем. Если у вас будет еще активирован смотритель, то, в принципе, это вообще никаких вам проблем не создаст с героями. Но тут давайте сейчас подумаем, кого-то уберем. Так, Купидон. Хранителя придется нам убирать. Да, придется все-таки хранителя нам убрать. Но у нас и танковать некем. Поставить лед. Это чисто, ребят, будет тестовый. Я потом вам покажу, как проходить именно эту. Так, давайте сюда поставим кого? Феникса. Я знаю, что этим составом будет сложно. Как видите, последние две мы не затащили на 3, но шанс есть. Так, ну что, стартуем. Ну, наверное, будем стартовать с ворожея все-таки. Чтобы на него они все агрились. Так, включили заморозку. Тритона у нас, конечно, слили. И тыковку слили. Не, все, не вариант. Как видите, немножко не успел. Конечно, я их тут...
Сейчас замедлил, причем офигенно, но видите, ворожая все-таки дамажит. Но, возможно, будет шанс, не знаю. Если, конечно, повезет нам. Самое главное, что у нас ледяха живой, но тыковки нет. Без тыковки нету того разгона, который нам нужен. Ну, надеемся. Смотрим. Вот тут нужен еще кто-то, кто будет нормально дамажить. Автопрокера мы посливали вроде. Да, видите, была бы тыковка. Думаю, было бы получше все. Ну, у меня и Феникс не особо, скажем так, прокачанный, чтобы посливать здания все. Ну, смотрим. Все-таки добегают. Добегают они, добегут рано или поздно. В общем, вот такие вот, ребят, пироги. Вот такая вот команда у нас собралась. Это просто жесть. Честно скажу. Да, мы тут, конечно, надо было еще этого ЦЭ поставить сюда. Да, урона маловато. В общем, такие вот пироги. 36, да, мы не успеем. Давайте еще ради интереса один заходик. Интересно просто чисто этим составом. Ну, этим составом, как видите, мы сливаем. Сюда можно поставить еще кого-то, поменять того же самого душика. И попробовать дойти до следующей, до семерки. Пишите в комментах, хотите ли вы увидеть семерку таким же составом. Не знаю, конечно, что там получится, но попытаться, думаю, можно. И зря я с тыковки стартанул. Да, это было зря. Ну, то же самое, видели, да? Тритон остался живой. И практически всех слили. Так, стартанули мы с ворожая. Подпускаем к себе. Так, Тритон, живи, живи, живи. Посмотрите, что он творит. Это просто жесть. Я, честно говоря, в шоке. Ну все, ребят, смотрим. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Видите, что случилось у нас. Все-таки загрелись на тыковку они первыми. Из-за этого, конечно, к сожалению, у нас тут... Но опять же, 67%. Мы добрались до семерки. На 3 звезды мы будем уже пробовать гарнизонами тут всеми бегать. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Такая вот у нас имба, или дяха имба, или имба тритон. Как видите, обычные гарнизонные герои на максимальной прокачке могут показать жару. Точнее, дать жару самым топовым героям. Все. Всем удачи. Всем пока.